Доброе утро всем. Вот я на втором этаже, как вы догадались. Будем заделывать щели. Доделывать то, что не сделали раньше. Смотрите, вот эти вот щели, там где ОСБ внизу должно еще перекручиваться, мы сегодня вырежем бруски и прибьем по низу. Ну, допустим, вот это брусок будет. Вот сюда вот будем ложить вот так вот, как делали с той стороны, и прикручивать с той стороны ОСБ. Только это узкий, может и не узкий, может такими, вот такими у меня много осталось кусков. Положим просто сюда. Я думаю, там низ прикрутится, хватит. Вот так вот. Закроем щель вот здесь вот, такая большая. Тут просто пристройку я выше не мог сделать, потому что здесь была крыша. Вот здесь закроем, значит, вниз опустим тоже куски USB. И уже такового сквозняка не будет. Не знаю, что делать мне. Может, темно, не видите. Вот там, где стропила выходит вниз. Там как бы у меня в планах тоже можно такой куски USB сделать. Тоже покажу примерно. Вот такой кусок USB. Прийти вот так вот. Вот здесь дует нормально. Вот так вот, смотрите. Уже не так будет дуть, правильно? Если вот такой USB хотя бы положить, голова пролезет или нет? Снаружи уже проще подбить снизу. Все, будем работать. Начинать работать. Смотрите, обратите внимание, по низу еще прибили бруски. Сейчас с улицы нижние края USB буду прикручивать к этим планкам, чтобы уже зафиксировать по всему периметру. А вот эти дырки, которые там виднеются, знаете, вот там немного, то я их запеню, и ничего страшного не будет. Закрыли те щели. Ну, там я запеню, потому что туда я не залезу. Вот, на уголки посадил и отсюда прикрутил. Сейчас, наверное, знаете, что будем делать? Будем подбивать потолок вот там, над туалетом. Сейчас я выровняю эти балки. Прикручу их уголками, я же их там не прикручивал. Я только здесь прикрутил. Прикручу там и поприношу доски. Мы подобьем этот потолок. И, наверное, на все сегодня будет это все. А, еще запеним, где не запенили. Перед уездом. Ой, не хочется уезжать. Будем работать. Так, дед там, короче, что на дороге. Рассказывают, кого-то словил, уже уши свободные. Да-да-да, уже, наверное, полчаса, 40 минут. Бедные люди не могут уйти. Снизу покажу. Сейчас здесь будем подшивать потолок досками. А доски буду брать. А вот все там, в окошке. Как их достать, еще дождь на улице такой был. Там влажно. Там, наверное, немного пойдет. Я буду те доски брать, которые на фронтоны хотел. Потому что я фронтоны USB сделал. А здесь будут досками, ну потому что здесь надо более крепче. Потому что там будет утепляться еще отделка, а здесь отделки не будут. Досками пришпиндюрю. Он лазит, смотрите. Я его прогоняю. Нечего было прыгать мне на ногу. Ну что, начинаем прибивать уголки. Вот такой уголок. Сейчас возьмем гвозди, полезем наверх, будем прибивать. Вот таким способом с двух сторон мы прибили уголки. Там я поприбивал тоже. Одну прибили с вами, молодцы. Я просто гадал, с одной стороны, ну как бы с одной стороны уголка бы хватило, во. Но я подумал, это ж пристройка. И все время боятся, что она отойдет. Думаю, ладно, уже по два уголка лупану, чтобы, ну, уже держать будет крепче еще. Все, следующий потолок. Ледяной дверь скорее пучая, не, дальше я не помню, не. Все, она как-то вытаскивает доски. А идет дождь, то идет, то не идет. Итак, одну доску на потолок я обрезал. Сейчас я думаю, пока остальные не буду обрезать, я прикину, приду, доску одну приставим, посмотрим, что будет получаться. Давайте со мной, погнали.
перекручивать саморезами или прибивать. Думаю, наверное, буду... Блин, что? Я бы лучше, наверное, прикручивал. У меня будут прибивать. Где прибивать, где прикручивать. Там без разницы. Неудобно, капец, все. Одному. Так и знал, что чуть больше отрезать надо. Ой, ладно, разберусь. Покажу. Я, короче, разделся уже. Это жара. Я одну доску пиндюрю 30 минут. Короче, у меня просто такая идея. Смотрите, я хочу эту доску положить вот туда под балки. Вот такую засунуть, и оттуда уже пойдет этот. Как бы было бы супер. Ну, блин, она длинная. Я там засовываю, а там не дает рубероид. Она вот там не дает рубероид. Она прогибается и, блин, не могу засунуть. Может, что там не занят кто? Может, подъедет, поможет, не? Понятно. Не слышу. Не слышу ответа. Ладно, сам справлюсь. Ну вот, хотел показать вам, с чем я столкнулся. Ладно, буду что-нибудь придумывать. Может, что-нибудь получится. Вы просто сейчас охереете, что я придумал. Она туда не влазила, смотрите, я просто угол доски срезал. Ну там как получалось, я уже не наставлял на циркулярке угол. То есть она уже меньше и туда войдет, потому что не давал этот угол. А сейчас будет такой типа поменьше и засунем. Но это я так думаю. Так, все, я мучиться, вы смотрите. Там не хочет, собака. По воздуху, что ли? О-ла-ла! Блин, молоток там. Опла. Там уже отошла, а? Да что такое? Собака Баскервилле. О! Значит, с добычем лясуть. Подайте мне, пожалуйста, что-нибудь. Опа. Аккуратненько. Прикрутим один край, наверное, второй будем засовывать, чтобы он не отходил. Постепенно потом тот уберем и засунем. Понимаете? И все сначала. Господа офицеры. О, мы это сделали. Ну, это я сейчас буду еще туда забью туда под балки немножко. И пойдет. Тук-тук. Ой, блин, сам себе геморрой на сраку. Нацепил, короче, да? Поприбивал балки, а потом засовываю под них. Лучшего плана придумать нельзя было. Ой, все, пойду сейчас возьму нормальную, чтобы быть мощной, чтобы забить под них. Ну что, господа. Ура! Кто долго мучится, что-то получит. Смотрите, вот здесь я забил. Сейчас там запиндюрим с вами. Сделал, знаете как? Я когда бил этот конец, это вылетало. Я там уголок прибил. Видите, вот там вот. Я он не давал доски сюда вылетать. Эту сторону прибил. Вот так, под балочками. Как раз супер вообще будет. Как в лучших домах Парижа. И там сейчас еще запиндюрим с вами. И супер. Чтобы доску не повредить, я беру, накладываю на доску и бью топором. Вот так. За смекалочку. Лайки мне, лайки не забиваю. Не забиваю. Не забываем. Я забил под балки туда. Она как бы и балки будет держать. Ну там и так держит. Мурлат. Ну суть вообще супер. Е-е-е-е. Одну доску полчаса. Е-е-е. Каждый день по доске, да, так? Е-е-е. Вторая доска. Ну отрежь ты больше, а. Ой, жалко отрезать, блин. Заход номер два. Хорошо, что там такой есть выступ. Чтобы выступа не было, я бы ничего не сделал сам бы. А белый лебедь на пруду качает плащу. Вот так. Я сейчас поделаю весь потолочек и покажу вам результат. Еще один лайк мне, пожалуйста. По два лайка за старание. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Смотрите, я половину сделал уже, вот. Вот такая красота. Да? Как я прибиваю? Там я сюда засовываю, ложу один край. Там саморезом прикручу один, а дальше я гвоздями прибиваю. Вот я так хожу, типа чик-чик-чик по кочкам. Прыгаю, как козлик по кочкам. Так, сколько досок уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нам надо 14. Еще 6 досок надо будет. А там они привалены с такими балками здоровыми. Не знаю, достану еще, не достану. Должен достать. Надо сегодня доделать. И что начнется? Начнется внутряночка. Внутрянка начнется. Ветровики на крыше я не буду делать. Погода, ветер здоровый. Еще упаду. Все, работаем. Работаем. Не отвлекаемся. Как я подготавлю доски? Принес доски. Положил их. Сейчас будем отмерять. Чертим. Отрезаем. Пять отмерили. Там 5, 27,5. И каждый кусочек сейчас отмерим еще по 27 сантиметров. Берем угольник, чтобы ровно запилить. Потом мы идем, обходим досочки, обошли. Сдвигаем все вправо. Вправо, я сказал. Берем циркулярочку и обрезаемся. Это хорошо, что это циркулярка. Она помогла мне в этом сезоне, ну, достаточно много. Потом берем эти доски, заносим и продолжаем прибивать. Берем саморезик, чтобы потом не лазить. Поправляем свои кочечки. И вперед, вперед. Закидываем досочку туда. И все. Идем прикручивать. Сопли текут. Оп. Опа. Все, доска лежит. Сейчас берем гвозди и присобачиваем все. Ой-ой-ой. Подустал я, как собака. Как собака Баскервилли. По точечке мои. Раз. Раз. Трис. Очки, чтобы... Очки, чтобы опилки в глаза не летели, бо поналетали мне опилки. Ну вот таким процессом мы с вами сделали половину, больше уже половины потолочечка. Что скажу, здесь, ну, криво, одна выше, одна ниже. Я там потом со стороны чердака брусок прибью и к ним прикручу эти все концы, будет красиво. Ну, ровненько сделаю, ровненько. Ну что, заканчиваем мы подшивать потолочек. Сейчас решил последнюю доску, мы сделаем с вами и подведем результаты. Сделаем это, ребятушки. Как говорится, боеприпасы взяли. Какое здесь эхо уже, да? Опа! О! Мы с вами вместе все делаем. Потому что вместе весело шагать по простору, по простору. Отлично. Ху. Все, мы это сделали. Смотрите, потолочек супер, уже комнатка нарисовалась. Вот такой потолочек. Сейчас залезу с той стороны, выровню это все. Все прибьется и с той стороны выровню.
Но уже залазить не сюда я буду, я всегда залазил сюда. Буду лазить через дом. Там еще от чердака осталась дверца. Так что спасибо, что смотрели. Комментируйте, если что не так. Кому понравилось, комментируйте. Ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь, кто еще не подписался. С вами был Макс Мастер. До новых встреч. До новой серии. Чик-чик.